Лесные эльфы, темный дворецкий. Встречаем! Похищение детей. Люди готовы опуститься даже до такого ради своей цели. Знаешь, Себастьян, в последнее время мне все чаще посещает мысль, что человечество обречено. С каждым днем он все сильнее клонит греха, а притворство становится обыденностью. Света же осталась лишь бумагой. Кажется, нас уже не спасти. Не вижу ничего дурного. Наоборот, это даже логично. И жестоко не порождает тот, кто сильнее. А если силу ты отделен, то все средства хороши. Как ты думаешь, кому могли понадобиться дети? Дети – непорочные чистые создания, чья душа все еще сильно связана с небесами. Это делает их отличным источником энергии. Но это дети знатных особ. А значит, похититель может требовать выкуп. Я считаю, что нам нужно искать либо чернокнижников, либо особых из себя. Предлагаю для начала осмотреть место исчезновения. Слушаю, если не можете. Кажется, мы пришли. Это ключ? А что у тебя, Себастьян? Очень интересно. Я согласен с тобой, Себастьян! Судьба вновь свела нас. Хоть мы и несовместимы, как огонь и лед, но нити наши судьбы извечно переплетаются, мой дорогой. И это луна. Грей Сапри. А вы здесь какими судьбами? Как обычно, жду, когда прольется кровь, дабы забрать душу. И чья же это будет кровь? Так я тебе все и рассказал. Думаю, что мы скоро это узнаем. Именно. А ты кто такой? Не твое дело, Сапля. Не это ли ищешь? Вы быстрее выйдете. Ладно, Себастьянчик, моя работа закончена. Но, надеюсь, наша разлука будет недолгой. Пока. Да вы серьезно? Отчего этот ключ, Себастьян? Не знаю. Я знаю лишь то, что мы имеем дело с преступной группировкой. А еще у нас, вероятно, холодные руки. Надо вернуться в поместье. Сделала дом и горячий шоколад. Заодно сообщим королеве о нашей находке. Ей будет занятно узнать о подвижном деле.